Наступил тот день, когда я еду. Такая счастливая, даже не верю, как во сне. В порядке все у меня. Смотрите, какая красота. Всем привет, мои дорогие зрители. Я в Батуми. Вижу Ашкема своего. Мы находимся в сказке. У нас с мужем такой активный, насыщенный день. Идет бабуля с ними посмотреть, где учатся мои внуки. Турко-туристо. Такие вот дела у нас. Привет, мои дорогие. Мы знаете, где находимся? В таком красивом парке. А что мы здесь делаем? Мы здесь сидим, отдыхаем. У меня такой напряженный график. Через 5 дней мы выезжаем. Очень много дел, да еще плюс к этому. У детей какие-то праздники, да? Вот сегодня мы сейчас отвели Ирмочку на спектакль кукольный театр. Голос у меня пропал, так как я очень много разговариваю. У меня встречи сейчас. Вчера была встреча по бизнесу, сегодня я еду туда, продолжаю. Онлайн тоже были. Сейчас вот отвезли ребенка и приведем домой, и я поеду на встречу бизнес. Но хотела тоже постричь волосы, только постричь. Краску я купила здесь, которой я крашусь. Но физически нету времени краситься. Но я думала, если я постригусь, то я как-то дома покрашусь. Но сейчас посмотрели по времени, полчаса. Кукольный театр, я не успею и буду. Ребенок будет нервничать, что никто за ним не пришел. Так что вот, вот такие вот у нас планы. И может сейчас зайдем к моей куме на кофе на 15 минут и все. И возвращаемся. Зашли по дороге в Котон. Цены шорт 80 лари, это 800 лир, шорты летние. И здесь ничего абсолютно покупать не нужно. Я уже думала там какие-то подарки девчонкам привезти. Так это здесь все дорого, вы понимаете, вообще не стоит ничего покупать и везти, когда можно там купить за цену в 2 раза меньше. Грузия очень дорогая страна. Наверное, тот, кто хорошо зарабатывает, для него это не проблема. У врачей здесь хорошие зарплаты, поэтому и то они недовольны еще этими зарплатами, да. 3000 лир, лари у них зарплата, у врачей. Медсестры 700-800 лари. Если старшие там, то, естественно, получают почти как врачи, которые имеют большой опыт работы. Вот такие зарплаты здесь, мои дорогие. Может быть, и я бы столько зарабатывала, 2500-2000 лари. Конечно, хорошо было. Но с этими зарплатами и самое, знаете, денег никогда не бывает много, поэтому сейчас такой тот момент, когда нужно их собирать, чтобы деньги работали на вас. Поэтому еще раз приглашаю вас в мой бизнес. Я и забыла сказать, что сегодня наконец-то я впервые одела свой сарафанчик. Тири-ти-тири-тири-ти. Наконец-то у нас пришло сегодня лето, но все равно в тени холодно. Голос у меня, потому что много говорю про наш бизнес. Такая красивая улица. Я вчера показывала, не показывала, уже ничего не помню. Ну, думаю, пока я сейчас подхожу к дому, вам все покажу. А наверху, видите, канатная дорога. Какой красивый здесь район. Удачной мне сделки. Пошли в гости с Ашкымом к моей подружке. Вывожу, выгуливаю моего мужа. Ну, Салашкин, бегендин мы батон басал. Приятного нам времяпрепровождения. Скоро возвращаемся в Мерси. Батуми я почувствовала себя как в Турции. Посмотрите, какая у нас моя подружка приготовила нам такую еду. Ну, боже, не покажу вам ее специально. Пускай вам будет интересно. Вы ее увидите в Турции у меня в гостях. Вот тогда все увидите. Ашкин, посмотрите, как ест котлеты там. Кофте. Афетолсун. Ашкин любит это турки меклери. Кофте.
Всем привет, мои дорогие. С Ирмочкой мы идем на утренник. В ресторан какой-то, не знаю, детскую студию. 12 часов начинается. Да. Вот. И мы уже будем собираться в дорогу, мои дорогие. Вот так вот. Бабуля вся подготовленная, конечно, трудно готовиться куда-то. Потому что спал. Мама на кухне. Внуки здесь. Ой, как трудно. Покажу вам, друзья, как проходят праздники у детей. Вот они проводят в таких арендованных залах. Смотрите, какие принцесски. Ирмочка, моя Ирмочка. Да, вот здесь вот зона для... ресторанская зона, можно так сказать. Сейчас бабуля покажет вам сама. Видите, там игральная зона. А вот это ресторанская зона. А вот и сама бабуля. Ну как я вам? Вот вырядилась. Думала, что поправилась в Грузии. Но на матовое 18-20 шагов, мне кажется, я и такая же. Еще даже похудела. Хотя ем все подряд. Так все красиво. Сниму тоже выступление, может быть. Ой. Остались последние. Ой, Ирмочка поет, моя девочка. Чем это сами цели асфальтовые хелчаки делают, моветик акам. Если где профессор сасе харуба, где харуб, когда швили без сама тебе. Хвела это будет, гамар жор были попилитен и сили, да где амакон манч. Эхлаки, что мы подарим вам, вам из доктора вас надо кавширем. А тогда он сядет, муам сядет. Ашик, шевега бот, да, амам. Где моя котичка? Молодец какая-то тоже.
концерта у нас застолье. Блинчики были с мясом, лимонад и хачапури. Открыли стол. Смотрите, как классно. Видите? Пьем вино даже. Там учителя. Там детки занимаются. Очень я довольна. Чтобы посидели, там с ними развлекаются. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.